Автобусный маршрут номер 25 появился в Химках. Он связал жилой комплекс на улице Овражный, 24, что в Сходне, и местную железнодорожную станцию. Еще недавно жители могли об этом только мечтать, а сейчас вовсю наслаждается всеми прелестями рейса. В этом убедилась Екатерина Юшина. Николай Иванович Волынкин переехал на Овражную 24 два года назад. Поселился одним из первых. Семья коренного химчанина тоже живет в Химках, но в других микрорайонах. С просьбой о новом маршруте напрямую обратился к главе округа Олегу Шахову. С коллективным письмом обратились в администрацию, Сходни, Химок, с просьбой обеспечить нас общественным транспортом. Спасибо администрации, молодцы, сделали все хорошо, жители очень довольны. Шахову спасибо. Без Олега Федоровича я бы, конечно, не пробил бы. Открытие нового маршрута ждали практически все жители Овражной, ведь он охватывает основные точки – жилищный комплекс, Усково, универсам и железнодорожную станцию. Больше всего людей на крайних остановках, отмечает опытный водитель Андрей Бочек. Его стаж 27 лет. За это время он изучил Химки вдоль и поперек и уверен, что новый 25-й рейс был просто необходим. Едут в основном отсюда до станции, чтобы люди добрались на работу. Мы график стараемся так, чтобы под электрички, чтобы люди успевали на работу выехать. Ну и вечером достаточно часто ходим, там порядка 15 минут. Каждые 15 минут, чтобы вывести на работу, чтобы люди тоже домой вовремя приехали. Движение начинается в 6:30 утра, заканчивается в 9 вечера. Интервал 20 минут. Маршрут подобран и рассчитан таким образом, чтобы все жители Овражной 24 вовремя добирались до станции Сходня, а оттуда уже ходят другие автобусы до метро. Кстати, возможно, в скором времени до Сходни будут ходить еще два автобуса. Активные жители обратились с коллективным письмом уже к столичным властям. Они просят продлить действующие рейсы от метро Тушинская и речной вокзал, которые завершают свой путь в деревне Филино, до остановки на улице Овражной. Что до нового 25-го маршрута, то есть и благодарности, и пожелания от сотрудников лицея номер 21. Нельзя ли изменить немножко маршрут следования автобуса, чтобы он больше забирал наших детей и вот захватывал улицу Мичурина и улицу Чапаева? Тогда, я думаю, что наши родители и дети были бы благодарны еще в несколько раз больше, чем сейчас. Раньше здесь проходил маршрут номер 9. Когда его закрыли, несколько месяцев жители Овражной добирались до железнодорожной станции своим ходом, ловили машины, шли пешком. После обращения в администрацию проблему быстро решили. Микрорайон застроен в 2012 году, и все больше жителей приезжает и покупают здесь жилплощадь. 60% фонда заселено жилищного, но 40% это тоже большое количество людей, которые прибудут. На нашем комплексе 17 домов, порядка 2000 человек. Данный маршрут нам был просто необходим катастрофически. Порядка 2 недель уже ходит на линии автобус. Хочу выразить благодарность администрации города Химок. Большинство жителей комплекса уже пользуются новым маршрутом, поэтому опаздывать на работу или институт им теперь не придется. Дорога в комфортных условиях занимает всего 10 минут. Екатерина Юшина, Олег Мелехов, служба новостей.